Короткие интересные факты о птицах номер 3. Сегодня вы узнаете, у какой птицы самый длинный язык в мире. Самый длинный язык у дятла. Его язык достигает длины 20 сантиметров. Сначала дятел стучит по дереву клювом. После того, как проделана дырка в дереве, дятел извлекает оттуда насекомых с помощью языка. Ну а если вы хотите узнать про птицу, которая живет под землей, обязательно посмотрите вот это видео.